I can confirm that European Investment Bank is европейский инвестиционный банк готов увеличить свою бизнес-активность и операции в Казахстане. Вчера мы подписали два кредитных соглашения. Одно соглашение на сумму 100 миллионов евро, другое соглашение на сумму 120 миллионов евро, то есть общая сумма составляет 220 миллионов евро. С Банком развития Казахстана одно соглашение было подписано, и другое с дочерним банком Сбербанка в Казахстане. Эти кредитные соглашения, они нацелены на финансирование малых и средних предприятий, что будет способствовать диверсификации экономики и в долгосрочной перспективе стабилизации ситуации в экономической стране. Что касается наших будущих планов, мы думаем о поддержке проектов в области энергетики, в частности, касающейся озеленения экономики, также поддержка инвестиций на уровне муниципалитетов по проектам управления водными ресурсами и управления отходами. Эти конкретные проекты на уровне муниципалитетов принесут конкретную пользу простым людям. Европейский инвестиционный банк готов увеличить свою активность, свою деятельность в Казахстане, поскольку мы полагаемся на предсказуемое положительное развитие экономики Казахстана.